Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Виталий, он же Монк, и мы продолжаем проходить Gears 5. Что у нас там сейчас? Бой с чудищем ждет. Змей, блин, или кто это? Здоровенный гад. Как его одолеть, интересно. Кракен, блин. Ой, shoot, it's miracle! Чё? What the fuck is a spiracle? The open bits! Shoot the open bits! Great! The open bits have leeches in them! Ага. Понятно. And like that! Get another one! Следующее! More leeches! Just let it go! Чё такое? Твою мать! Демет, блин! Где? Откуда? Есть! Давай, 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 давай. Готово. Он нас раздавит. Слышишь, бля? О, ёкарный бабай. Как нам теперь спуститься? Лузер, протокол Пазук. Чё? Скорей, скорей. Хрена не успел прочитать. Чё там? Пазука, пазука. Пять? Он никак от нас не отстанет. Боюсь, он находится не на нас. Ему нужна ракета. Да ты чё? Люк, это наш путь вниз. Думаешь, тебе... Ну, тварь, давай. Что-то тут патронов уже побольше. Блять, только не это. Быстрей. Так. Тихо. Давай, гаси! Где она? Все, патронов нету. Вижу. А чё ты? У меня все. Ну, давай, мразь. Опа. Вижу. Блин! Да, без пулемета хреново. Давай, гаси. Есть. Ну что ли? Так, откуда сейчас будет? Оттуда, по-моему. Давай. Черт, не вовремя. Гасите их. Вот так, давай. Еще чуть-чуть. Стрей. Закрываем у этих заглушки гребаные. Дайте патронов, блин. Чуть-чуть против. Еще не все. Гаси его. Блин. Есть.
Да ёп! Блин, патронов не дали взять! Чё за херня, блин? Ты можешь оттуда... Блять, это жопа какая! Ты можешь отцепиться от этой стены, блин, грёбаной! Чтоб тебя! Нужно валить этой долбанной башни скорее! Куда валить-то, блин? Патроны, гады, не дали взять. Быстрее, блин. И... А чё такое? Почему не могу взять патроны? Странно. Может, поэтому? Нихера. Чё делать-то? Лифт, лифт. Поехали. Быстрее. Что, едем вниз? Чёрт! Это у него харя, что ли? Все живы? Ага, только мы прям под долбанными движками. Надо валить отсюда. Сукин сын! Назад! Ты тварь! Еще попади по этим щупальцам вонючим. Блин. Быстрее! Зараза! Где это сказал? А вот и наш выход! Черт, он перекрыл путь! Чую его! Тварь. Блин, что я делаю, а? Нахер, тварь. Убери свои поганые щупальцы от нас, мразь. Твою мать, ракета запускается. О, бежим. Беги, беги. Я бегу, бегу. Быстрее! Черт тебя дери! Быстрее, быстрее! Каково? Беги дальше, может, узнаем! Нам не убежать! Так, детки, бегом в автобус. Ха, это падук. Давай быстрее. А, черт. Ну уже, давай, опять тебе пора спасать. Че ты там говорил-то? Выбрались. Ракета Крю Драгон пошла.
новая эфира. Ай, дурацкая техника коалиции. Ой. Кажется, я потянул спину. Вот она какая, новая эфира. Родина промышленных магнатов, технофашистов, реакционеров и трусов. Ага, еще тут приличная пища, чистая вода и душ. Фу, баловство. Дельта, с возвращением. После дезинфекции зайдите ко мне, я отправлю кого-нибудь за маяками. Я поняла, Берт. О, блин. После вас. Hey. Эй. Thank you. Кстати, спасибо. No need to thank me. О, меня благодарить не надо. О, вся бригада в сборе, да? Можешь сфоткать все для альбома на память. Боже, ну ты говнюк. А ну хватит меня клеить, серьезно, мне прям не по себе. Ну, в чем дело? Спутники уже подружились. Они как минимум выпивают вместе. Так, детки, встаньте рядом. А теперь смотри. Ну да, красивое шоу, Берт. Для этого надо выполнить испытательный залп. Черт, испытай, нам нужна настоящая цель. Раз мы выбираем цели, может позвать какую-нибудь военную шишку? Это ведь ФАЦ, да? Да, сэр. Заткнись нахер, ФАЦ. Ага, сэр. У Роя есть королева, значит где-то должен быть Улей. Свой Нексус они где-то особенно уязвимы. Ну да, и как мы будем его искать? Мы не будем, потому что ты наверняка уже знаешь. Откуда мне знать? Ладно, скажу на чистоту, пока вас не было, Джин рвала и металл из-за того, что ты подключилась к разуму Улья. Погоди, что? Не бойся, я ее отговорил, но теперь тебе нужно вспомнить, что ты тогда увидела, до мельчайших подробностей. Вдруг нам это поможет? Нет, то есть, мне кажется, это бесполезно? Дальше мы справимся сами, сержант. Прошу прощения, стучаться не учили? Юр-министр не стучит в дверь. Категорически не согласен. Джин, я же сказал, этому не бывать. А как насчет тебя? Ну, во-первых, штука, соединявшая меня с разумом Улья, мертва. Кстати, это мы ее убили. Всегда, пожалуйста, рады стараться. Во-вторых, я вам ни капли не доверяю, так что я пас. Арестуйте ее. Что? Джин, вы рехнулись? Мэм. Айрес, что происходит? Нарушители в развалинах старой эфиры. Внешняя камера 16. Внешняя камера 15. Десятая камера. Ах, твою мать! Они здесь. Значит, мы пойдем туда. Ладно, ладно, поняла я. Ты поможешь нам с ними покончить. А я по вашему херню страдал все это время. Дельта, идите сюда. Скажи мне, что у нас есть, это маяк наведения. Да, я уже в курсе, это же мы притащили их из Васгарда. Лейтенант, расслабьтесь, я делаю свою работу. В общем, мы должны установить эти штуки по всему старому городу. Только что отдали маяки Коулу и Фацу. Где установим наш маяк? В Восточной Академии. Установим его, получим зону для обстрела молотом, и вот тогда сможем дать сдачи. Ясно? Чисто. Look,
Врать не стану. Дельта там очень плохи. А дела там очень плохи. Значит, будем прикрывать друг друга, как всегда. Ясно? Чисто. Сначала помогите мне установить. Выдвигаемся с нашим маяком. Видимся по ту сторону, Дельта. Удачи. Чё, куда мне? Несите маяк к гробнице неизвестной. А чё? Понеслась, что ли? Тварь, иди сюда, блин, открывай свой пузо вонючее. О, их там двое! Чувачки, может, гранату кто кинет, а? Держи, блин, мразь. На, выпусти, мразь! О, вот я вижу, заработал! Врежь еще раз! А нахер я по нему тогда стрелял? Патроны только тратил! Мать вашу! О, да тут, а, не-не. Показалось, думал, ты турель. А это наш чувак. Ух ты, о, вот это нормуль. Че делать-то надо? Ха-ха. Мразь. Новый молот и правда работает. Ага, но только вдруг мы должны установить еще 4. О, хорошо. Вперед, мы его посторожим. Сторожите, сторожилы. Ух, какой мощнявый-то. Черт, здесь тупик. Он за этим зданием. Не волнуйтесь, Дельта, я сперва помогу вам, потом займусь своими делами. Дельта, залезайте на машину. На какую машину? А, вижу. Давай, подсади нас, друг. Рожа у тебя смешная, конечно. Ну да ладно. Вид угрожающий. Кол, когда закончишь, доставь свой маяк в положенное место. Кол, спасибо, что подбросил. У Маркса спина больная, помогаю, чем могу. Шутники, блин. Зачем? Берт, я в пути. Зачем мне еще детали? Я же вроде все прокачал. Или не все? Берт, отряд Эхо не может сесть. Наш ворон под обстрелом. Установи маяк. Как только сможешь. Нам движется куча тепловых меток. Ах, вот из-за этого ты с ней шел за армией. Так, что это тут у нас? Справочник по военной истории Тириуса. Отрывок из главы 23. Вскоре после применения молота Зари ОНР быстро и практически безоговорочно признала капитуляцию. Тем не менее, через несколько недель после удара были выявлены очаги Гороснийского сопротивления. На момент написания этих строк партизанские действия оказались в целом безуспешными и не представляют угрозы для армии. Республики ОНР, заключившие мирный договор, не спешат подавлять сопротивление своих бывших союзников, из-за чего ведущие военные аналитики уже ставят под сомнение мотивы этих якобы мирных государств. Мне нравится, вот когда они здесь разговаривают, да, во время того, как я читаю. Я ж вообще не туда пошел, куда надо. Задержите его, не дайте ему! Как раз вовремя, Дельта! Вот засада! Роевик пришел! Пап, установим маяк! Давай, вруби мова! Блин! А, точно! Ему же надо... По яйцам стрелять, блин! Патриков нету.
Патриков нету, пацаны. Быстрей туда, там есть. Опачки. Чё, нету? Дайте хоть что-нибудь, блин. Лонгшот, блин. Лонгшот мне нахер не нужен. Или нужен? Не знаю. Да вылези ты отсюда, твою ж дивизию. Они все синим светятся, я думал, что это патроны, блин. Это что такое? Уникальное улучшение, смертельная перезагрузка. Взрывается по окончании действия. Понятно. Где там у него еще язвы его, блин? А че ты на меня-то сразу накинулся, мразь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тварь, а. Сейчас тебе коленку отшибу. Блин, позиция вообще неудачная. Тихо, тихо, блин, дружок. Не суетись. Отвлеките его кто-нибудь. Не, ни хера, он закрыл ее. Тварь! Не шевелись, блин! Я не могу так стрелять! Ух ты, ух ты! Черт! Вот это да, он дрозда! Тихо, тихо, дружок! На тебе, тварина поганая. Эй, черт, блин. Так. Ну и мать, блин. Ох, пришлось попотеть. Роевик сдох, но нам все еще нужно установить маяк. Да. Дайте еще патронов, а? Не жадничайте. Нету, что ли? Чё сидим-то? Чё сидим? Кого ждем? Сдохни, тварь. Патронов мало, бля. Все как всегда. Все как всегда. Опа. На тебе, тварь. Поганая. Добей, добей его. Есть. Тут у нас что? Просто опрокинуть? Нахрена ну надо, я же его уже убил. Блин, Хармберс что ли взять? Не знаю. Бер, спешу сообщить, моя кола трена установлен. Два есть, отличная работа, старина. Отправляю к тебе спутник. Мы обрушим небесный огонь, детка. О, да. Обрушим, обрушим. Куда нам надо-то? Камон! Ух ты! Я чё-то не понял, блин, где эти придурки, блин? Засели, блин, как обычно все, а, мрази.
хера не помогают, блин. Тупицы вонючие, блин. Чё ты тут сидишь, блин? Дебил, блин. Мне кажется, им как-то команды можно давать. Только я не знаю, как. Приходится все самому делать. Давай, Патрики, сюда. Опа. Хрен тебе, козел. Жри свинец, мразь. Как тебе такое, козел? Давай, давай, долби его. Ух ты. Чё, кепочка слетела, да? Без кепочки плохо, да, козёл? Да покажи ты мне свою личико, блин. Красавец, блин, неписанный. Опа! Бежим. Я выманю его на себя. Где ты там, козел? Получил под зад. Тварь поганая, блин. Распластался, чувырло. Это что такое? Светошумовая, не-не, спасибо. А вот это я возьму, пожалуй. Куда идти-то? Опа! И откуда тут? Чему, блин, появился? Чисто, Маркус, установи маяк! Сделано! Берт, маяк установлен. Да, я вижу метку. Хватайте лазерные целеуказатели. И указатели, блин. Где указатели? Есть! Что нам теперь делать? Подсвети цель лазером, и спутник сделает все как надо. Валим их! Осколочная! Кто кинул? Готов. Вот это мне нравится. Он бесконечный же, да? Чего вы там, чушки? Идите сюда. Ух ты! Козёл, а? Позиция у меня какая-то дурацкая, я вам скажу. Мне вон туда. Как они смачно разлетаются. Блин, чё их у вас так много-то, а? Хватит, может, уже? Не попал. Попал. Так, все, зачистили Академию. Берт, личинки сбили ваш ворон, у вас ракет убит, нужна срочно помощь. О, черт, понял, падук. Дельта, падук, нужна помощь у гробницы. Мы в курсе, уже идем. А где это?
А? Там, куда идет дым, сбили падуков. Вы трое идите, я останусь здесь и буду оборонять маяк. Увидимся по ту сторону, па. Не сомневайся, Джеймс. Проберитесь через обрушившееся здание. Бэт, отряд Сейера установил маяк. Мы здесь под плотным огнем, когда спутник выйдет на нас. Сейера, один движется, два. Боюсь, этой штуки нет. Нет, но идея неплохая. Арис, запиши ее. Я уже записала, Дэймон? Похоже, нам вниз. Но тут больше и некуда. Кроме как вниз. Похоже, они решили построить здесь улей. Ага, прям у нас под носом. Так, что это такое? Оверкил. Ах ты ж... Грёбаный кибоскос. Сейчас на... О, тихо, ребята, здесь эти шизики вонючие. Ренегаты, осторожней. Иди сюда. Так, того надо тоже захерачить. А то он на нас нападет потом. Знаю. Сука, сейчас запалит, мразь. Не, не спалил. Так, надо там вот ту комнату проверить. Тихо, пацаны. Ух ты ж! Ёбаный кибастос! Ты чё, тварь, блин? Пшти. Вот что надо выбрать. И... А-а-а! Я думал, там что-то интересное, а там просто проход еще один. Тогда пойдем здесь. Ты. Осторожно. Да я стараюсь, мать твою, поосторожней. Иди сюда, хлопец. Жмопец. Так. Пошли дальше. Плохо, конечно, врага в тылу оставлять. Оу, черт. Мы ж тут не пройдем просто так. Вот как его убить? Скрытно. Уже не убьешь. Тихо, тихо. Стоять! Фу. Вроде получилось. Блин, здесь точно не пройти. Сколько там еще этих долбанных тварей? Ты, я про то же. Вон, видишь, блин, козел сидит там. Вот как я за него зайду, блин? Ну вот никак же, ну никак. Все. Да прыгай ты, блядь! Чё за грёбаная стенка? Почему через одну стенку я могу перепрыгнуть, а через другую нет? Что за бредятина? Как это понимать? Скажите мне, пожалуйста. Да чё ты сагрился на меня? Сиди тихо там, блин. Чиполлино. Я иду, никого не трогаю. Мразь. Почему не сработало? А? Я ж подошел сзади, все нормально. Не, ни хрена. Странно тут это все работает. Иной раз. Так, а здесь-то кто будет, а?
Ты можешь? Блин. Ты можешь встать за укрытие, блин. Так, он не может ее. Ё-моё. Охренеть, вот это обстрел. Фига себе, она шмаляет, блин. Мразь. Да что ты делаешь? Какая маскировка к ядрене фени, блин? Почему он не может его вот это? Давай! Херач там своих же. Так, готов. Получи, мразь. Да когда ты сдохнешь-то, блин? Мразь, сдохни! Блин. Да отойди ты! Оп. Ты чё, блин? Где этот, блин? Щит! Короче. И второй, блин. Чтоб тебе, мразь! Чё, тварь, иди сюда, блин, на честный бой, мразота! Все? Нет, еще не все. Где тут эта херня-то, блин? Щит этот. А, вот он, блин. Ну ты молодец, Вил. Когда всех перебили, блин. Ладно. Ладно, ладно. Так, есть еще патроны? Есть. Это хорошо. Все, куда нам? Нам туда. Пошли. Это? Джек, ударь этот лифт током. Лифт или люк. Теперь можно пройти. Ну, понятно дело. Ножичком. Ножичком почикаю, да и все. Че там? Подух, мы почти на месте. Что там у тебя? Зараза, надо спешить.
У него там... Опа, ребята, это гробница. Срань какая. Дельта, мне не войти в сеть молота, пока мы не установим все 5 маяков Падука. Последний. Мы уже идем к ему. Ваша главная цель — маяк, остальным займетесь потом. Падук бы согласился, ясно. Что, дорогие друзья, давайте на этом моменте остановимся и продолжим уже в следующий раз. А на сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока, до встречи.